ней смех и веселье. С милой малышкой на новой постели. Ты не Ананя, ты это зелье. С неба на голову сыпется зелень. Ты даже не палишь, ты много выше. Тебя не заманишь уикендом в Париже. Ты же поставила в ряд тех парнишек, бросающих в небо папины тысячи. Тебя не волнуют ни тачки, ни касса. По жизни привыкла сама подниматься, достойной овации. Everything stylish, тебя хотят все. Но ты их динамишь, с колледжа рядом, но все-таки не вместе. Такса тогда еще стоила 200. Моя невеста, истец это мимо. Карьера дороже, беру много дыма. Все Я чуть-чуть опаздываю, но в принципе мне все равно. Потому что, ну, опаздываю. Попробуй составить таблицу из тех, кому верил. Остался ли там хоть один или все они тени? А может, ты сам виноват, что распахивал двери? Ведь неосторожных ебут идиоты в привычной манере. Мои глаза повидали немало, мы были над бездной. Теперь они стали пустыми стекляшками, будто у Wednesday. Огромная комната в новой квартире, мне кажется, тесной. И мне было сложно открыть свои тайны, но я расскажу о них в песнях. Помнишь меня, этот самый костлявый ублюдок из пятого класса? Да, тот, кого суки считали запаской. Много воды утекло, но ветро до сих пор не отмылось от краски. Теперь ты захочешь попрыгать на мне ради долбанной коллаборации. Теперь я зверюга, что дико нацелен на бизнес. И нахуй мне женская формула кайфа, что завлекает на близость. Я не Иисус, чтобы делать вино из воды, но я вылез. Порви этот список, мои увечья для меня. Итак, я пришла с пар, уже приготовилась покушать, покушала. Сейчас немножечко отдохнула после пар, потому что я себя сегодня ужасно чувствую. И даже пожалела, что я ходила на пары. Потому что у меня было предчувствие не идти, и надо было немножечко ему следовать. Вот. А сейчас мне нужно сходить в Магнит Косметик, кое-что приобрести. Поэтому сейчас я буду одеваться, собираться и пойду в Магнит Косметик, чтобы это сделать, купить и забыть. Кстати, опять идет снег. Опять снежок. Повод задуматься, а в левом боку также по-прежнему колется. Стал очень редко выглядывать в окна на улице. И кажется, следующим шагом наступит бессонница. Я не хотел одиночества, за меня сделали выбор. Мне сейчас столько нанюхалось мужских всяких духов. Мне надо было выбрать три. И трем разным людям, то есть нельзя было один тот же аромат взять и всем трем подарить. Поэтому пришлось нюхать их всех. У меня сейчас такой вот запах просто мужского парфюма перед носом. Прям ужас. Я уже нюхала, выбирала. Ну, кое-как выбрала вроде. Очень сложно покупать мужчинам парфюм. Очень сложно. Купила я вон парфюм, то, что хотела. И зашла еще, взяла себе Рокс, потому что ее обожаю больше всего. А у меня, к сожалению, моя закончилась уже почти. А кто-то когда-то сказал, что в любом начинании я лидер. В поисках дозы общения меня оставил мой дилер. Я так глубоко в дофаминовой яме, она мой... Итак, сейчас у меня немножечко времени для учебы. Стараюсь каждый день чуть-чуть себе выделять время, чтобы ничего не запускать, делать периодически. И плюс села заполнять свой ежедневник. На завтра хочу кое-какие дела отметить, что хочу обязательно сделать. Вот. И плюс хочу до выходных тоже что-нибудь распланировать примерное, чтобы я понимала, что мне на выходных делать. Вроде бы я не последствием, почему так много судей? Переплетение судеб, круг общения надо сузить. Я завязал их на узел, но не хочу быть зависимым. Закат уходящего солнца увозит Land Cruiser. Сейчас я села за лабораторную работу. Мне нужно ее обязательно сделать по данному предмету. Я даже не помню, как предмет называется. Я сделала первое задание. Вот так вот выглядит отчет по нему. То есть вот это вот выполняется в программе, но мы должны это записать в отчет. Сейчас буду делать задание 3. Задание 2 я пропускаю, потому что я не уверена, как его выполнять. Как бы я его выполнила, но вырвала листик, потому что не уверена в нем. Вот. Сейчас сделаю задание 3. Вот у меня 10-й вариант почему-то, хотя... Ладно, 10-й так 10-й, мне все равно. Вот его сделаю. Yeah.
большое-большое всем спасибо за вот эту вот прекрасную цифру на моем канале. Я еще когда у меня было 500, стукнуло подписчиков, я немножечко с этой цифры офигела, а сейчас уже 605. И я просто благодарна каждому человеку, кто на меня подписывается. Я надеюсь, что вы делаете это от всего сердца и вам нравится мой канал. Вот, это очень-очень классно, очень-очень мило. Чуть-чуть-чуть-чуть, и будет 1000. Первая 1000. Она очень-очень... Я очень долго вообще шла к цифре 500. Для меня когда-то цифра 400 была большой. Потом как-то резко у меня 500, и сейчас 600 подписчиков. И это так приятно. Вот сегодня, например, 15 число, и у меня 605 подписчиков. Это очень-очень приятно. То, что я могла, я сделала по лабораторной, что-то не могу, поэтому оставляю это на завтра. Можно у преподавателя спросить. Сейчас собираю сразу с вечера свою сумочку. Выкладываю ненужное, кладу нужное, вот, чтобы на это утром не тратить время. И, собственно говоря, все, пойду принимать вечерний душ.